Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Буди, Enter, и сегодня мы будем обозревать карту NSC04. Это один из компетишнов, не знаю... Летних кубков от Ника, Ник Саммер Кап. Ник Саммер Кап, да. Это 2017 года. Четвертая карта. По идее, у него уже был, да, ну, в прошлом году вроде. В прошлом году, да, три карты выпускал он. 1, 2, 3. В этом, да, в этом он еще три карты запилил и сделал их как компетишн. Вот. И это одна, это первая карта, которую вот он нам предлагает проходить. А кто будет ее первым обозревать? Давай ты. Давай, наверное, я, да, потому что я ее толком не играл. Ну и первое, что в принципе бросается в глаза, это текстурки. Достаточно такое, да, древесные сюда, классные. В стиле на черепке у нас не посидеть, хотя какие-то, может, на него оп можно какой-то словить на это. Да не, мне кажется, палочку. Там ничего нет. Дают нам сразу же одну гранату, в принципе, таймер начинается тут, никакого тайм-ресета, понятное дело, нет. И видим мы, что тут у нас пады, тут у нас дощечки, везде стены, пока ничего не понятно. И... Ой. Вот, видим по левую сторону еще стены. Давай туда больно далеко плазмить, но не знаю, давай я попробую. Кончилась плазма и внизу смерть. Да, никаких телепортов, ничего нет, значит нам не туда. А вот, поспойлерим. Не будем долго мучиться, куда бежать. Да, наверх вроде можно запрыгивать. Завязаем наверх, тут еще очередные пады, дают ТП, рокет, две шардинки, да, один рокет дают. И красная, ну, насколько я знаю, Ника, ну и, в принципе, остальные карты здесь, скорее всего, дадут рокет. Как бы, понятно, тут можно закидывать 2x. Надо было сейф-позиться и девмапиться. Ну да ладно. Надеюсь, в одно дыхание пройду. В общем-то, опять падики. Но с 2х, я так думаю, можно вот сюда прямо залететь. Ну, по идее, должно долетаться. Ну да. Тут у нас хейст, скорее всего, не знаю, для ВК-3, не для ВК-3. А там у тебя его отобрали. Там, видимо, триггер был сзади. Нет, там 3 секунды дают. Ну, так у тебя, он, по-моему, быстрее отобрали, нет? Или мне показалось? Показалось, наверное, да. Хорошо. Так, тут у нас рампы. Это, наверное, для ЦПМ. Это значит куда-то туда вылетать. Ну-ка. Оп-оп-оп. Ага. Куда-то вот туда, да? Потому что может быть. Так, ладно. О, я обратно-то не залечу, да? А тут телепорта нет? А, есть. О, нифига. Это, а, ну вот я тут же, да. Вот и вновь у нас, в общем-то, пады. Пады. Вся карта сплошной пад. Один сплошной. Да, много падиков. В ВК-3, я думаю, это вообще ужас. Так, там у нас чего есть. Хотя на ВК-3, наоборот, должно быть удобнее, потому что нет даблджампа. А как я уже не раз столкнулся с проблемой даблджампа, вот с этим вот чудовищем просто современного дефрага. Ну, не знаю, это очень неудобно. Так, тут у нас что? Тут у нас еще очередные пады. Есть зона для разгона. Видим там Мигу с красным. Так, а там у нас БС крутится. Угу. Еще пады. Так, у меня есть... О, у меня даже для ГБ есть плазминка. Не, я не буду ГБ делать. Ну тут телепорт, да? Да, но он не туда, окей. Так. Еще два раза пойдешь и кончится ХП. Раз. Ну не начинай. Что началось, Тори? Ладно, будем тихонечко проходить. Все-таки пады, это очень опасная вещь. Есть. Нет, там телепорт, да. А кстати, я же телепортируюсь у пола где-то, да? Ну. А нельзя сразу упасть туда, на пол, на этот
и получается срезы. А почему не получится? Ну, потому что так устроены триггеры. То есть это хитро, да, все тут у нас? Попробуй не так прыгать, а левее там спокойно ты мог пропрыгать. Я уже приноровился. Воу-воу, прыгается. Так, дали нам красный, в общем-то, с мигой. Да. Есть у нас вот там вот какое-то пространство, но туда я, конечно же, не пойду, потому что... Да там нет ничего. Не знаю, вот. Так, может, я... У нас есть всезнающий энтер. Ой-ей. Так, дали плазму. Даю для разгона... Так. А я так залечу или мне надо? Ладно, попробуем с разгона. Значит, делаем, как говорит нам маппер. О, в натуре? Ну, надо было, можно было с места попробовать. А, можно залететь на нее, наверное, да, за плазмить? Просто залезаешь на пат и с него плазмишь наискосок вверх. У тебя же плазма до тебя. О, так, окей. Ну тут ничего интересного, вроде бы. О, интересно, да. Что там. Подожди, я нервничаю. Так, тут у нас что? О! Да в не, натуре? Тут хрен залезешь, по-моему. А тут... где? А, вот джампады, да? Ой, эти, рампочки стоят. И вот сюда, по идее, надо залетать в ЦПМ, да. Скорее всего. Ну, тут очевидно, да. А если сюда можно залететь? Ну, я сомневаюсь, что сюда можно залететь. Хотя я не пробовал, я, к сожалению, мало карт играл. А там рокет отбирают потом? Вроде бы отбирают. А если один рокет получится с одним рокетом залезть? Я как-нибудь? Не уверен, что у тебя получится с одним рокетом. И здесь рокет... Ну, блин, ну это 4, ну, хорошо. Ну, если как-нибудь засейвишь, то, может быть, и можно, но... Как-нибудь, не знаю, не буду сейчас задаваться этим вопросом. Посмотрим карту. Так, вот мы добираемся до той заветной, до того заветного БСа, и тут же буфуга. Буфугу там не было видно, окей. Там что внизу делать? Есть какой-нибудь оп? О, есть. G, значит, go, значит, без прыжка. Значит, вот по этим стенам потом надо будет прострелять. Угу. Так, какой-то salty connected, окей. Так, а больше ничего нет? Так, много-много всего. Так. Ну, вроде да. Ну, окей. Так, а если у меня не получится с первого раза? Ну, у тебя пока неуязвимость что-то. Финиш. И финиш, да. То есть, подожди-ка. Так, а я не хотел. А если мы здесь... Можешь вниз упасть просто и все. С плазмой. Мы вот тут можем пройти, пройти, нет, не пройти. Не можем. Не дает. А если... по той стороне тоже не даст, да? Да. Угу. Ой. Ну, получается, вот. А, там еще и Виапон клип стоит, да? Mm-hmm. Интересно, интересно. Ну, в общем-то, вот такая карта, которую я затестил за 6 минут, получается. Но это, не знаю, мне пока. Мне пока не очень. Ну что, давай я тогда пройду разок. Ах. Так, что можно про нее рассказать? Про эту карту. Я, к сожалению, мало ее играл, попробовал старт попрыгать, потом, в общем, забил и не играл ее. В самом начале у нас старт находится где-то вот здесь вот. Спереди или сбоку, или сзади. Причем он, вот если я задний зацепил, передний он не стартует, то есть он одинарный. Не получится ТР сделать. Нормально. Спереди... Так, я не подобрал, что ли? Спереди у нас
при прохождении видно то, что нужно вот отсюда куда-то наверх. И по дороге можно, не знаю, кинуть сюда гранату, пропрыгать, взять плазму, вернуться и с этой гранаты как раз туда залезть. Это у нас сокращает время ожидания, подбора и все остальное. Вот это ожидание гранаты. Дальше у нас вот здесь вот где-то у нас два варианта прохождения. Либо мы вот здесь вот при подборе рокета, либо на этом паде, либо на этом просто делаем ржи от пола и летим туда куда-то. Да? Ну да. Скорости-то много после вот этого всего. Ну и... можно еще ГБ даже замутить, да, там? Какой ГБ? С плазмы. Честно, я не помню, где ее отбирают. Может, и можно? Ну, можно вроде на паде на этом. Ну, не на этом, да. Вот. Да, либо мы делаем как-нибудь прыжок, стреляем сюда и делаем 1.5x, то есть один от пола и второй от стенки. Потому что для в Q3, наверное, при этом будет нормальный 2x, да? Потому что скорость рокетов меньше. Ну да. Сейчас, давай я все-таки девмап заводаю. Давай, давай. NSC-004. Вот. Опять читы. Опять читы. Читы везде, читы. Вот он что, и не играл, потом легко. Че, ноклипом сразу на финиш полетел и нормально. Ну, может, нормально. Так. Ну, чтобы здесь с их позиции можно было. Вот. То есть, если мы здесь на скорости стреляем вниз, то можно эти 1.5x завязать и улететь куда-нибудь туда. Либо, но с одного рокета здесь вряд ли получится, потому что вот, видишь, на какую высоту я максимум залезаю. Оттуда я наверх не смогу никак забраться. Да, здесь уже высоковато. То есть нужно две ракеты по-любому юзать. Так вот, отсюда, если на большой скорости. Сейчас я попробую еще раз гранаты. Ах. Пады, конечно, вообще убивают. Ага, не хватило. Сейчас еще раз попробую. Так. Ага. Вот. В идеале при прохождении можно, знаешь, что сделать? Так, сейчас еще раз гранату. Что у меня автосвич себе стоит? Нет, вроде бы. Странно, она иногда подбирается, иногда у меня патроны остаются. Она потому что со старту сразу дается, такое бывает. Здесь можно бы установить еще, прям перед гранатой. И ну это неплохо. Это много, да. Скорости и... В общем... Это читы, в принципе. Ну хотя, не так уж и сложно, по сути. И вот отсюда можно рокет-джампиться туда, куда-нибудь. Да, но это очень такой, выглядит, по крайней мере, очень быстро и технично. То есть это по-любому не каждый сделает. Да и не каждый заметит, что вот так вот можно сделать. Вот, но для этого нужно подбирать рокет. Нужно очень быстро все это проходить. А дальше. Вот как вы заметили, я сделал прыжок, как и даблджамп здесь, и запрыгнул сразу на тот пад. То есть на большой скорости, если у нас имеется дофига скорости, можно перелетать пады. Вот, и это не только здесь, это на в других местах также. А, я сейчас просто перепрыгиваю все это. Дальше, после того, как мы делаем там аджа, перепрыгиваем на этой огромной скорости, можно здесь сделать точно так же. То есть даблджамп, перепрыгиваем пад, еще там даблджамп и все такое. Не помню, где здесь заворот налево делается. Вот. Здесь же на этой огромной скорости мы заворачиваем налево и делаем даблджамп вот там. Но это CPM, это, в общем... сказать. Так, вернемся к нашему полу и срезам, которые многие думали, как бы их сделать. Вот прямо сейчас, если я паду вниз, я протонусь вот сюда куда-нибудь. Сейчас проверим. Оп. В общем, почему это произошло? Сейчас я альтабуюсь в БС.
Сейчас, секундочку. Экран. Вот вы видите сейчас мой экран, и на нем эта карта декомпиленная. Вот он старт. Вот нам дают здесь гранату. Вот она лежит. Вот она. А, вот мы бежим сюда, подбираем здесь плазму, броню, летим туда. И здесь, вот если посмотреть вниз, здесь три триггера. То есть здесь под полом. Раз, два, три. Ну, их сложно, может быть, нет, четыре. Самый нижний нас убивает. Четыре триггера. Вроде бы да, один убивает, и каждый из них, ну, каждый из этих триггеров, который чуть выше, он нас телепортирует в разные места. Как они работают? Вот возьмем, например, вот это вот Target Frax Filter. Вот эта штуковина, это которая нам, которая написана то, что это 3 Frax 3, и, в общем, она активируется только если у вас 3 фрага. И эта штука привязана к телепорту. В итоге, вкратце, что это значит? Если мы проходим карту, берем вот это все, прыгаем сюда-сюда-сюда, прыгаем налево. И вот здесь вот висит такой большой триггер, который... вот этот вот триггер, который на экране. Если мы его цепляем, нам дают один фраг. Но он на экране никак не отображается. И когда, после того, как я взял этот фраг, я падаю вниз, срабатывает вот на самом нижнем этом триггере, это который нас убивает, вот этот триггер у нас... Multiple Target 01, и он, в общем, проверяет у нас сколько фрагов, и если у нас хватает фрагов, то нас телепортирует, телепортирует вот туда, вот этот триггер телепорт. И таких штуковин здесь три. Один вот здесь вот находится, около разворота, вот как только мы пересекаем. Второй у нас находится... вот здесь вот, около плазмы, которую мы вот потом подбираем, точнее перед плазмой, вот здесь вот, если это все скрыть, то здесь есть броня, мега, и если мы допрыгали до сюда, то дальше при падении нас будут телепортировать как раз вот на вот это вот место. И третье место это потом, после того, как мы проходим, обходим, вот здесь вот тоже такой большой триггер, который нас около этой буфыги. После того, как мы его зацепили, при падении вниз нам будут телепортироваться вот сюда. Так, возвращаемся обратно. ОБС, да. Сцена. Вуди, конечно, не видел то, что я сейчас все объяснял. Да. Не, ну я примерно видел сам. Вот. Так вот. Ну, в общем, я объяснил, как эти триггеры работают. И, к сожалению, никак не получится сразу протонуться наверх, потому что... Чтобы наверх протонуться, нам нужно 3 фрага, а чтобы взять 3 фрага, нужно пропрыгать сначала сюда, потом туда, потом туда. В общем, это проблематично. Вот. Возвращаемся к нашему прохождению. Мы на огромной скорости прыгаем вот здесь вот, дабл-джампим, перелетаем это все, заворачиваем налево. Если не падаем, то мы делаем дабл-джамп на вот этой или на этой рампе. В зависимости от того, где мы приземлимся. И летим вот сюда. И здесь же продолжаем с стрейфом. Можно здесь дабл-джампнуть вот на этом. Долететь вот до сюда и дальше пытаться стрейфить опять же на большой скорости. Все это проходить. Вот. Но я не умею быстро бегать. Нет, пешком все это делаем. Ты умеешь быстро летать. Ну и в обратную сторону точно так же. Мы берем плазму и начинаем с какого-нибудь пада здесь плазмить. В общем. Да. Залезаем сюда. Дальше на этой большой скорости, если мы здесь или просто завернем на хорошей скорости, или бустанем еще, то можно с дабл-джампа перелетать пады и точно так же их пытаться перепрыгивать, но это сложно и не знаю, насколько это у кого будет получаться. Вот. Дальше обычный стрейф. Подбираем вот это все. И дальше, чтобы проходить быстрее, не останавливаться, можно просто прыгнуть вперед. Куда-нибудь вот здесь в дырку. Перепрыгнуть это все.
приземлиться здесь сбоку и спокойно другой вот так вот облететь все, залезть наверх. Ну. В общем, вот какая-то такая дорожка. Ну как тебе карта в целом? Мне не понравилось. Из-за как раз этих лесенок, из-за. Из-за падов, наверное, да? Да, мне как-то всего не очень. Я ее мало играл, я ее начало, я говорю, попробовал, попрыгал, поэтому я сейчас не смогу быстро пройти. Вообще никак. Я могу просто пройти за минуту, потому что. За минуту. За минуту ты, я могу. На самом деле карта не очень удобная, и я так же, как и Enter, думаю, что она не совсем удалась. Тут скорее для VQ3, как мне показалось, вот как раз из-за падов. Хотя, может быть, дело вкуса, конечно, но, в общем, карта нам не очень. В общем, я просто дойду один раз до финиша, может быть, зря, может быть, надо было демки сразу смотреть, но... Ну, дойди. Так и быть. Разрешайте. С этого уголка можно было заворачивать. Зачем ты там пытался? Я не знаю. Но я вот первый раз ее играл, когда она вышла. Я даже до финиша не дошел. Я вошел до буги и нажал квит. Типа рейдж квит. Потому что, я не знаю, это... Тут еще можно ГБшечки вертеть, крутить. Я думал, это еще. Но интересно, так кто-нибудь прошел? А, вот, нормально. Ну, таймера нет, но, в общем, как-то так. Ну что ж, будем смотреть демки. Хотя, да, подожди. Ну, просто хотел немножко сказать про VQ3. VQ3, к сожалению, через пад вообще никак не перепрыгнуть. И бустов здесь не поделать, поэтому VQ3 приходится... проходить по каждому падику, прыгать обратно тоже по каждому падику с умеренной скоростью, получается, да, залезать здесь на каждый падик здесь, я не скажу как, ну, в общем, как я до этого проходил всю эту карту, так, наверное, в VQ3 проходит, то есть по падикам, по всем этим, без даблджампов, без заворотов, без полетов всех этих, вот. Получается, в VQ3 тоже дичь получается, не кажется. Ну да, короче, ладно, все. Давайте смотреть демки. Ладно, поговорил. Начнем, как всегда, по традиции, с VQ3. Да. И на третье... Нет, какое тут? Раз, два, три, шестое место. Шестое место занимает Хейз из России. Да, он буквально секунду не дотянул, чтобы... Ну, секунда — это много вообще для дефраг. Ну, давай смотреть. Плей. Давай посмотрим. Что же нам? Ну вот это вот минута как раз, как ты и прошел. Хейз, а это... Так. Хейз. А это не точечка случайно? Ты видел? Не знаю, розовая точка горит. У нас 2х залетел сразу наверх. Да. Так. Он шкам вроде проходит, не тормозит нигде. Ну, слушай, стрейф хороший, да, такой? Да, так если бы 2х у него получилось бы получше, он бы много сэкономил. Ну, вот он бы как раз занял бы, наверное, пятое место, да? Может быть. Вот, я даже с плазмом у него так неплохо со получилось. Со второго пада начал плазмить. Набрал косарь, залетел. Ну, стрейф хороший. В принципе, не сказать, что прям новичок. Тут, конечно, немножко, наверное, испугался он. И хороший лоб. И залез наверх. И не, да, не очень хорошо залез наверх. Да-да-да, это точка Хейз, понятно. Так. В принципе, вот на этом подъеме он и потерял, я думаю. Вот эти вот даже секунды три он потерял на этом подъеме, если не больше. Ну, если по кругу так вертел бы этой мышкой, может быть, побыстрее. Да, но, возможно, не хватило опыта, так что дружище, все впереди. Следующая демка от Kia Nexa, Россия, Тольятти. На секунду порезче, побыстрее, поживее. Да. Записано в офлайне. Play. Play. Kia Nexa.
из солнечного Тольятти. Посмотрим. Ага. Не ослепило ли его солнышко в Тольятти? Так. Так, а тоже в Q3, наверное, тоже можно это, да? Что можно? В Q3 то тоже можно так гранату наперед. Думаю, да, чтобы... можно. Там вроде даже время, наверное, остается. Вот он не делал 2x, он просто 2 рокета завязал. Ну, насколько я знаю, ему могло не хватить опыта для этого. Но, в принципе, мог бы попробовать, почему нет? Ну, стрейф я вроде бы получше, да? Не уверен, что это было бы намного быстрее, прям 2x, но там, наверное, зависит от того, куда прыгнешь. Ну да, да-да-да. Вот он останавливался после подбора плазмы. Угу. Немножко разогнался с плазмы, чтобы залезть. Да, забавно. Потому что если без разгона, там можно не допрыгнуть до третьего пада. И он тоже падал вниз, сделал оп. Но тут он прострейтил получше. И плазма. Ну и подъехал. Ой, плазма. БФГ тоже получше, да, в принципе. В целом, KNX порезче, но почему-то разница всего в секунду. Хотя я увидел, знаешь, между ними секунд 5, наверное. Хейс, поэтому старайся, ну, надо, лучше. Надо сравнивать демки по чекпоинтам. Может быть, там первый или второй был даже разница, а потом он нагнал и перегнал. Вот. А, ну что ж, далее. Следующий у нас идет Кет. 14. Нет, или нет? 14, да, 14.88 из Пскова. Угу, человек. 58.8 быстрее на 4 секунды. Посмотрим. Плей. Итак. Итак. Таймскейл. Да. Может, читы? Поставил. Вот он гранату заранее стрелял. Я очень не... Не, он не делал вот что-то. Вот, с 2х сразу запрыгнул налево. И этим он сэкономил много, кстати. Очень классно пока. Очень-очень классно. Вот эти два места, он как раз, наверное, эти 4 секунды и дают. Да. И ну, здесь, и кстати, целом... перепрыгнул пад. Вот-вот-вот, да. То есть не прыгал направо, туда вбок. Матджамп, ну ты видел это? Это вот здесь вот остановился. Мог потерять, наверное, секунду или около того. И здесь, ну, еще даже остановился. Больше, учитывая, что если бы не остановился, он бы плазмил еще побыстрее. Ну там, может, больше даже секунды. Ну, в целом, халфбитом, да, стрейфик. Это оп. И... Да, ну оп, да. Ну, в ЭКУ-3 там, наверное, тяжело это будет сделать. Честно, не знаю, не пробовал. В ЭКУ-3 с обом, наверное, быстрее. Мне кажется, без оба проще, там, прыгаешь вперед и... Так, ну, в ЭКУ-3-то там у тебя скорости толком нет. Но с двух прыжков, может, еще в перекладину куда-нибудь выстрелить можно в полете. Ну, можно. Ну, по идее, можно. Ну ладно, следующий у нас да. Эффект топ-3. Угу. Топ-3, 57 секунд. Бронзовую медаль. Посмотрим, плей. Быстрее на 1.7, говоря, на 1.6. Нам наверняка и 2х сделал. Да, вот 1.5 секунды, можно сказать. Но эффект не может, он если хочет, он нормально стоит. Ой, он ждал гранату. А где он тогда отлично так прошел, что аж 1.5 секунды? Здесь вот, хотя здесь тоже что-то как-то медленно. Ну, наверняка... С БФГой, наверное, да? Честно, не знаю, может... Сейчас посмотрим. Наверное, с БФГой. Если с БФГой, то сколько он тут мог сэкономить? Неужели она плюс такой большой плюс дает? А, вот, здесь без остановки сразу плазмить начал. Да. Тоже плюс большой дает. Два плазма джампа. Отлично. Нет, собом. Еще присели так. Ой. Головой ударился. Потерял еще. Да. Эх. Я не знаю, как он так вырулил просто в топ-3, но все равно, в любом случае, поздравляем тебя, Антошка. Давай, успехов тебе на второй карте. А дальше у нас идет топ-2, 50 секунд и 2 от Кета. Мы посмотрим, плей. На 7 секунд, на 7 секунд быстрее. Да. Венгрия рулит просто. С Димоновым. У Кета стрейф очень хороший.
Вот на гранату заранее стрелял. Вот, по прыжкам попал нормально. С 2х. О, сразу куда, нифига. Ого! Вот здесь он очень много, конечно, выиграл. Да. Здесь прыжок сэкономил. Или там, не знаю, или два от всяких. Здесь прыжка сразу. Дубов там какие-то играют. Да, здесь стрейфом сразу завернул. Да, ну видно, что он на опыте просто вывозит на опыте. Везде вот так по чуть-чуть, казалось бы, да, на стрейфе. Здесь тоже собом. Тоже собом. Ой, как медленно мне в конце. Да, потерял, к сожалению, там секунды две точно. Он, мне кажется, мог к дексу ближе подойти, да? 57-58 мог по-любому. Ну вот. Блин, обидно. Ну, тем не менее, второе место. Кет молодец. Вряд ли он это услышит, но красава. Да. И топ-1 золотой кубок на первой карте пока что забирает Декс из Украины. Смотрим. Плей. Победитель прошлого ДФВЦ. Да, по-моему, за прошлого или нет? Или прошлого. Ну, в общем, победитель. Да. Несомненно, задрот. Так что оставлял также гранаты. В принципе, очень да, четко. Сразу здесь прыжок сэкономил. Угу. Вот здесь точно так же провел, как Кет. Офигенно сэкономил. Здесь тоже через... Воу! Сэкономил сколько тут? Полтора до пада. Дофига сэкономил. Здесь запрыгнул на... Куда надо, че перепрыгнул. С прыжка сразу. У него и хп много, и плазмы много. Вот интересно, он прыгать будет или оп ловить? Мне кажется, оп. Да, оп. А вот у него офигенный получился выход. Воу-воу. И концовка офигенная. И концов. Все офигенно, да, Декс, да, молодец. Да. Даже недочетов как таковых особо-то и нету. Ну, единственное, можно было бы в стрейф побыстрее. Но я, к сожалению, не знаю, был ли быстрее, если бы он не падал, не делал оп, а просто с прыжка со стрейфа туда вперед, там, не знаю, рокет от какого-нибудь. Хотя, может... А, честно, не могу сказать. Ну ладно, перейдем к ЦП. ЦП у нас 10... Целых 10 демок, и 10 место открывает нам Годанафт. Годанафт за 11.35 из России. Ну и посмотрим, плей. Давно его, кстати, не было видно. Давно не слал. Я его вообще не припомню, что я. Ну, у тебя память дырявая, значит. Так, конфиг зерга. Гранату не оставлял, гранату ждет. Летел наверх. В принципе, да, и классно, кстати, гранату. Если вот не для скорости, а для вертикальной скорости, не для горизонтальной, то он очень хорошо словил гранату. Видно то, что новичок. Боялся прыгать вперед. Он, по-моему, как-то лучше играл, что ли? Он сможет по каждому? Нет, он так и будет прыгать. Не, ну проходит как может, если он себя так увереннее чувствует, пусть это будет пока что так, ничего страшного, я думаю. Так, понял, что не хватит ему. Не хватит скорости. Развернул, так, стоять, пацаны, ну дай-ка, во-во-во-во-во, запрыгнул. Так. Так. Приготовился прямо. Видел, да, приготовился, как он? Ну, тем не менее, вырулил. Так, угол так, так. Угол правильно да. Ставит. Да, ну... готов, давай. И раз. Залетел. Хорош. И тут у нас... Оп, а, здесь он по падикам, кстати. По да, каждому. Здесь, я думаю, он здесь фейлил много. Они ближе расположены, чем так вот там. Блин, я ж думал, он прямо попрыгает без овода. Словил оп и... Ну, давай, Гоганов. Хорош. Главное, не упал. Красавчик. Десятое место — это неплохо. Трудись, и все будет у тебя, братан. А, дальше у нас Котейка из России. Быстрее на 32 секунды.
Да, должно быть чуть быстрее. Сейчас посмотрим плей. Посмотрим. Да. Котейка. Котейку увидел, кстати, в последнее время на... Ну, в онлайне на серверах. Не кидал очень... заранее гранату. Да, не кидал. Сервер ноунейм, непонятно, час сборка. Чтобы не делать даблджамп, пришлось ему немножко шире брать. Воу, рамп почти. Я думал, заюзает, а нет. Остановился и прыгать начал. Да, я тоже думал, что это. Ну там скорости мало вроде было. Перепрыгнул. Так все, что можно, нужно. Остановился, к сожалению. Здесь потерял несколько секунд. Выставлял в угол. Ну, с опытом неплохо. Здесь неплохо, падиков, неплохо. В принципе, неплохо. Зачем остановился? Это же СПМ. Можно дальше прыгать было. Главное, не прямо, а то... И здесь тоже. Ну это ж... Учись поворачивать. Здесь можно нажать кнопочку в бок и мышкой повернуть. Ну, котейка, если что... Я да. знаю, что ты на стримах бываешь, поэтому, если что, спрашивай, не стесняйся. А в целом БФГ была лучше, чем у Гоги, так что... Да. Учись, учись мышкой поворачивать CPM, будет, будешь быстрее проходить. Будет, да, будет лучше. Вот. Восьмое место. Мягкий пуз на 6 секунд побыстрее. Так, будет. Стоять. Эффект... Так. А, подожди, не эффект. Эффект уже какой был. Эффект? Мягкий пуз? Да-да-да, мягкий пуз. Я... Они чередуются просто. CPM, ВК3, CPM, ВК3. Я перепутал немножко. А, ну у меня по папкам просто. А, ну да, надо было тоже разбить. Итак, 57,8. Быстрее на 5 секунд. Давай посмотрим плей. На 5? Ну да, на 5 и... Сколько? На 5,8, если быть точнее. Почти 6 секунд. Посмотрим. Вот, правый сёрко. Нормально. Тоже гранату не кидал заранее. Хотя можно. Но словил гранату, словил пока воу, лучше. Сроки так сразу. Воу, воу. Офигеть. И здесь тоже прыгает по всем этим. Рампу не заюзал. Все, минус тебе. Весь ты свой плюс потерял. Плюс. Так, так. Надо стрейфить. Стрейфить надо. Давай. Хорош. Так, тут было ему очень, наверное, боязно словить даблджамп. Ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу. А просто не проще было завязать это плавно? Так, так ему было увереннее, видимо. Ну, было бы быстрее намного. Нет, чтобы... Ну, это же оригинально. Это надо выдать приз за оригинальность. Вот, пока видишь, что? Прыгает как раз вперед. Воу. Мягкий пуз. Пока что у тебя приз за самый оригинальный роут. Мы в каком-то из обзоров договаривались, вроде, что будем выдавать такие призы. Правда, словесные, но тем не менее, мы авторитетные люди личности снимают. Наше слово стоит чего-то надеять. Так. Дальше кто у нас? Эффект идет. Эффект на 17 секунд быстрее. А здесь даже если их в одну папку впихать, они все равно будут неудобно располагаться. Ну да, потому что там онлайн-офлайн будет. Но все равно он как бы получше, чем в CPM. Так, 40,8. Давай посмотрим, плей. Целых 17 секунд отжал от бедного пузика, который пока что владеет трофеем за оригинальность. Вот, будет он? Да, кидал заранее гранату. Оставлял ловил ее. Не взял рэп, кстати. С даблджамп попрыгал кто-то вперед. Слишком высоко, наверное, да? Ну нет, в целом, кстати, намного лучше. С даблджамп куда завернул. Очень крутой эффект, красавчик. Эффект просто красавчик. И плазму хорошо сделал. Да, здесь запрыгнул. Ой-ой-ой, ты видел, как это было? Жесть. Вот и... он, оп. Ай, собом. Ударился головой, потерял и... несколько секунд. Да, даже смайлик отправил, понял, что зафейлился немножко. Но прикинь, а если бы он не зафейлился, а сразу начал вверх четко подниматься? Это же было плюс секунд, наверное. Может если быть. Не больше. Так, ну, дальше. Кто у нас шестое там? Место. Хейз на секунду, на полторы секунды почти быстрее. Давай посмотрим. Плей. 39,4.
Так. Ну, Хейза, я Хейза очень часто в последнее время вижу в онлайне. И, в принципе, мне очень интересен этот, эта личность интересна. Потому что он показывает никакие результаты. По крайней мере, в ЦП. Вот с даблджампа перепрыгнул все, что можно. Здесь тоже с даблджампа. И здесь с даблджампа отлично с рампу завязал. А ты не помнишь такого олдскульного чувака, Хейз? Нет? Кто? Хейз. Ты не помнишь? Ну, вот как он у них. Вроде, может быть. Я что-то сейчас вспоминаю, кажется, был такой. Да, может, был. Но даблджампа пролетел пады. И остановился. И не делал. Ой, точнее, не делал. Ну и неплохо поднялся, да, да. Заслуженное 39.4. Далее у нас Торнер. Да. Торнер 2015, Country Here. Ну, он вроде бы из России, да. Тоже. Ну, кажется, да. По-русски разговаривает в чате. Ну давай посмотрим. Play. На 300 побыстрее, да, чем у Хейза. Мне кажется, эти 300... Ну, не знаю, где. Сейчас посмотрим. Не кидал гранату. Да, потерял секунды две точно. Да-да-да, тем не менее быстрее пошел. Вот с буста, с руки так как проходил. Вот-вот-вот здесь. Даже... Вот, он с рампы запрыгнул куда? Сразу на бок. И здесь вот. Сэкономил, там, не знаю, секунды две точно. Здесь очень много сигнал, но потерял на гранате. Ай-яй, Торнер, основную-то тему ты не нашел, по сути, братан. Что гренку-то можно оставлять. Ой, когда он специально... О, как интересно. Чтобы скорости типа побольше. Немножко потерял скорости при подъеме. Да, он от стены отлетел. В целом, да, само прохождение вот... Да, то, что он завязал рампу там, левую боковую. Нашел эту дырочку. Было очень вот. Круто. Uh-huh. А дальше Пикачу, Сибирь. Это же Сибирь? Сибирь. Сибирь. Вот, а Сибирь это Россия, наверное, да. Да. А, быстрее на... Быстрее на 4 секунды. Посмотрим, play. Так, кидал гранату заранее. Угу. Вот. Так, делал даблджамп. Делал здесь отличный даблджамп. Здесь все отлично пропрыгивается. Да, все делал очень круто. Здесь, конечно, мог на даблджампах тоже, но, видимо, не получалось. И здесь плазма тоже. О, чуть не упал. Еле допрыгнул. Да. И вот он прыгает вперед. Бок, и вот как раз залетает наверх. Отлично пройдено. Почти все вообще без ошибок. Быстро. Прям классно. Я не знаю, что ему посоветовать. Да, ну это старый игрок. И ты его знаешь как P900 Трупер. Так, дальше. Дальше у нас Коша из Беларуси. 34.592, быстрее на 0.4. Ну, посмотрим, плей. Uh-huh. Наверняка очень-очень похожая дорожка, но просто где-то что-то быстрее. Ну, Коша красавчик. Uh-huh. Тоже очень старенький игрок. Очень много прибывал он в инактиве. И то, что он занимает, получается, третье место. Это double очень jump, классно. Даблджамп. Отлично за ворот. Здесь тоже даблджамп. Отлично прыгает по падам, через пады. Разворот. Плазма. Здесь тоже пропрыгал, по падам не упал. И он делает оп. Да, особо. Кстати, что получается, не так, вот. Что не быстрее? Честно, я не знаю, быстрее или не быстрее. Но просто с оба у тебя сразу много скорости, и ты быстро пролетаешь. А без оба ты как-то там расстояние меньше. Я думаю, там можно начитерить, тем более, что есть плазма, можно делать много ГБ. Если словить очень хороший спейсинг и не прыгать там, где ВФГ, а прыгать раньше гораздо и падать раньше на большой скорости. А как ты наверх потом будешь залезать в стенки? Там же после того, как проплазмишь все это, надо еще наверх залезть как-то. Вот, а без ВФГ никак. Нет, с БФГ берешь.
Просто спейсинг подгадать, чтобы не на БФГу именно прыгать, а просто пролетать ее. Это же ну да, 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 да. Там просто перепрыгивать это все, наверное. И вот когда этого проходил Пикачу. Угу. Вот. Ну что ж, следующий у нас Блуди, швед. 34.1, быстрее на 0.4, топ 2. Угу. Ну и посмотрим, плей. Серебро носит пока что на первой карте. Вместе с Котейкой играли в онлайне там. Вот, отлично. Дабл джампом все получилось. По падикам все. И рампу завязал. Вот, он без дабл джампа проходил. Угу. Ну, очень быстро выглядит. Вот он плазму взял. Вау, даже на кончик приземлился. Вот. Оп. Ой, он упал, мне кажется. Хотя я не знаю, насколько это. Он... Ну, они... а что, поднялся очень даже быстро. Поднялся, да, быстро, но он очень скорость потерял, когда воткнулся там после падения. Угу. Если бы чуть ближе к краешку было, намного лучше. Вот. Или там под спрыжка было бы, наверное, лучше. Я не заметил, нажимал левый прыжок. Ну, он нет, он не нажал. Соскользнул, может быть, он забоялся, то, что там клип в клип врезаться. Может, поэтому. Ну, так с прыжка бы его заскимил как раз. Ну, вот, может, не хватило опыта. Не знаю. Может, поэтому. Может, он нажал чуть раньше или чуть позже его. Ну, ладно. И топ-1. Босс из России. 34.008. Давай посмотрим. Плей. Он же монтёр, он же мой соклан. На этот раз мои братаны берут, понял? Не твои выкутри там, гризли всякие. О, с буста офигенно много скорости. Немножко другую рампу вязал. А так по... Ой, и здесь еще буст. Воу. Как да, все очень пролетается. И еще один буст. Воу. Он с обом проходил. Короче, без зоба, если забустить там, очень будет, 32 надо, 32 зубы. Ну, в общем-то, вот. Да, вот они, демки. Поздравляем босса с топ-1. Поздравляем Декса с топ-1. Да. Если так и будет продолжаться, у нас будут победители сразу. Вот, и есть у меня еще одна демка, которую мне прислал Сайрекс. Так, подожди. Что? Я не знаю, где она у меня. Я тебе ее скидывал. Я помню. Так, подожди. А, есть, есть, есть. 33.0. Да. А, вот. И он ее, к сожалению, не отправил на компетишн, но... Но поиграл. Она есть. Да. Ну, давайте посмотрим тоже. Плей. Быстрее, вроде как, на секунду. Он говорил, там 31, по-моему, надо, или около того. Ну, сейчас посмотрим. Оценим по всей строгости. Делал с бустом очень много скорости. Так. Ну, пока все нормально. Да, все бусты вроде. Надо было... Хотя, не знаю, сколько надо было бустить. Здесь вот очень медленно с плазмой. Вот можно было бустить там. И вот финиш. Ну финиш тоже медленно. Ну, мне кажется, по всей строгости. Мне кажется, что вот такой финиш, он быстрее, чем оп. Он быстрее, если его грамотно сделать. Тогда быстрее, да, намного быстрее. Вот. В общем-то, да. Вот они все демки. Теперь чего? Сейчас уже идет вторая карта. NSC-05. Да, там нам предлагают поплазмить, погренадить, закидывать куда-то гранатки. В принципе. Ну что ж, на сайте defrag.ru есть, можно скачать эти демки, посмотреть их, прокомментировать. На данный момент стартовал, идет уже, заканчивается. Закончился. Две минуты назад закончился. Закончился competition
В общем, по второй, ну да, по второй карте NSC-05. Там есть гранаты, подожди, плазма. Не закончился. Он завтра, завтра закончится, завтра. 5.08, сегодня у нас 4. Да, он завтра закончится. То есть, если что, у вас есть, будет, наверное, какое-то время после обзора. В общем, присылайте демки, комментируйте, заходите на сайт. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Да, заходите на в чатик Дискорда, там очень много народу, вам что-то могут посоветовать или помочь, если в чем-то есть проблемы. Да, вот. Либо пишите прямо в комментарии свои вопросы, мы с центром обязательно вам ответим. Да, ну что ж, всем всего хорошего. Да, всем спасибо, увидимся на серверах. Всем пока.